Виктория Эстрин. Это мой видеоблог о жизни. Сейчас утро, и я себе делаю завтрак. А на завтрак у меня сегодня блинчики. Такие вкусняшные блинчики я делаю. Погода у нас сегодня на улице шикарная. Солнышко светит на улице. Решила я заняться сегодня зарядкой, и у меня есть вот такая программа, называется «Худеем за 30 дней». Вот, и сегодня у меня уже 6-й день, как я делаю, и хочу сделать сегодня с вами эту зарядку. Сделала зарядку по приложению, по программе. Выполнила такая, какая она должна быть. Вот. И сейчас еще буду свои дополнять упражнения. Водичку пить просто очень жутко хочется, прям вообще сушняк, как будто не пила. Вот. Как-то так. Надо размять свое тело, косточки. Всего 15 минут в день, и вы стройные и красивые. Вот, не забывайте пить воду. Вода — это все наше. Вот. Ну ладно. Насрапочка любит смотреть свои ложки. Смотрит. Всё, дай. Я сама разберусь, куда мне ходить. Так, а подожди, не иди. Рафу, фу. Любишь свои ложки смотреть, да, Раф? Рафочка. Так не иди, говори. Любишь свои ложки смотреть, да? Хотела заснять. А мы вам всем передаем привет от кота. Видео смотрит. День города 2012. Кот тоже смотрит ложки. Кот передает вам привет. Какая дикость. Привет передает вам кот. Няшный кот. Серьезный. Серьезный кот. Фокус. Во. Всем добрый вечер. Я это, конечно, каюсь очень сильно, то что я сегодня, как бы я с утра хотела собраться пойти погулять. Как я вам говорила, что я как бы себе говорила, что я пойду гулять. В итоге, вот только вечером вышла муж, сейчас уже у нас конец прогулочки. Я молодец. Я почти 10 тысяч шагов прошла. Дойдешь 10 тысяч. Дойду. И похудею. Завтра буду минус 100 грамм. Хотя бы. Че так мало-то? Нормально? Нормально. 100 грамм в день, ну если там нормально. Водички-то вроде бы не совсем так там. Ну, а может быть, есть, конечно. Вот. У нас сегодня красота на улице. Точнее, всегда красота. Мне вот этот цвет очень нравится. Такой желтоватый. Напоминает
зиму, когда в детстве, когда ездили мы в Краснокамск, вот, выходили после Нового года, в общем, там особый запах, там елочки, все такое. Вот. Выходишь утром, еще никто не протоптал дорожку, и ты идешь по этой дорожке с утра, так хрум-хрум, хрум-хрум. Классно. Вот. Куда идешь-то? Куда? Ну, постой, говорю. А вот. Здесь красиво. А так мы с Мишкой проводим вечер, гуляем. Да, он давно просился. Классно. Вид, да? Уже прохладно. Вообще, человек, покажи свое лицо. Серьезно? Да ладно, мы не таким серьезным. Ладно. Сейчас дойдем мы тут. Сейчас. Ну пока дойдем, уже будет 10 тысяч шагов. И... Мы тут решили зайти в клевер и опять опоздали. А вы скачали такую игру клевер? Уже на день третий скачали, но так не получается поиграть. А я недели две назад. Я все не успеваю. Хотя и уведомление стоит пуш, и все. Да. А у вас есть такая игра красивая, сирененькая? Называется клевер. Там Иван Урган бывает ведущий. Да? Да. Я думала, только это Петя? Не. Рандунчики, ну-ка, потерпите. Восьмой вопрос. Я желаю вам удачи. Готовы? Сколько ребер насчитывается... Это не реклама. Нам не заплатили. Как бы не забанили. Возможно, успеете сосчитать все ребра. Сколько ребер успели? А если не успели, значит, вам определенно... 22? Не знаю, сколько 22. Вы считали у себя, может быть, вы уникальные, но у обычного среднестатистического человека с одной стороны 12, ну и, соответственно, пара есть. В итоге получается 24 ребра. И мы не угадали. У нас ладно, есть любители анатомии, пойдем мы. Большинство, 3650 игроков. Фокус. Эй, ку-ку. Сим-сим, появись. Откройся. Тут ярко, потому что... Лужа большая. Ой, Масравчик уже устала идти. Говорит, я уже не могу. Так у меня лапы замерзли, холодно ведь по снегу идти. Какой еще по холодной воде? Эх, вот. На дворе-то, блин, не май месяц. А мы скоро пойдем купаться. Какой, где купаться? С Рафой, на речку. Мы в бассейн пойдем, нет? Ну, в бассейн-то пойдем мы, надеюсь, в ближайшее время. Подожди, на вторичку. Иди. Какие еще ему слова сейчас сказать? Есть два пути. Есть домой, два путя. Домой, не домой. Или идти, идти гулять. Если идти гулять, это опять два путя. Долго затянется. Два путя. Это или вправо, или влево. Идти не гулять, идти домой, это надо спать. Короче, два путя. Почему блок монтировать? Кому? Можно. Мне. А у меня есть свой блок. Бе-бе-бе. И не скажу какой. У тебя есть два пути. Либо его пиарить, либо нет. Я уже тоже сделал. Что ты сделал? Фу. Эля. Не подбирай там бички. Конечно, да. Чем длиннее, тем лучше, да? Пусть побегает. Что тебе? Ребенок. Ты давай снимайся. Почти? Да. Ой, какой вид, я еще не видела до конца. Красивый вид. Скользко, аккуратно. Почти как это. Как зимой после Нового года видочек. Когда выходишь 1 января и хрум-хрум-хрум. Что еще рассказать? А вы собираете монетки в Алиэкспрессе? Да. Сколько у вас монеток? Или купоны? У меня 4132 монетки. Пипец. Чё пипец? Я это постоянно забываю. Как много? Это я постоянно забываю, у меня вообще почти там ничего нету. Я там опять потерял. Зачем ты не закрыл обзор? Д-д-д-д-д-д. Обзор Рафа. Слышь? Уж какой шумахер поедет. Играть дыравчики. Ой, сейчас проваливается под снег-то. Не очень бегать.
Сашечка. Все. Клевер закончился. Да? Угу. Что так быстро тра-та-та и все, 5 минут? А ты что думал, целый день будет вещать? Думал, что-то? Хотя бы час? Да игра. Нет, 12 вопросов по 10 секунд. Угу. Как быстро так шлеп. Ну, она там еще маленько рассказывает правильные ответы. Говорит, угу. Сколько выиграли человек. А сколько ты там, 1000? Ей, походу, кто-то на ухо говорит. Ну так, что, компьютер есть? Компьютер. Что, заканчивать будем? Не знаю. Ладно. Так, чтобы говорили, типа. А на сегодня я буду влог заканчивать. Что-то тут свет как-то не очень падает. А на сегодня я буду влог заканчивать. Всем, кто меня смотрел, спасибо вам большое, кто меня смотрит. А кто не смотрел, ну тот не смотрел, ладно. Вот. Всем, кто меня смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на меня, оставляйте комментарии. Всех целую. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.